Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 59-й серии турецкого сериала «Три сестры». Ранее мы увидели встречу Картала и Сомера в ресторане. Сомер нападает на мужчину, когда тот говорит ему, что Тюркан теперь его официальная жена. Ему не нравится этот факт. Он злится и завязывает драку. Он кричит, что тот не имеет права так говорить и даже пытается задушить мужчину. Но все же Картал выходит из этой драки живым, оставив на лице оппонента яркий след. Когда Тюркан возвращается домой, ее встречает Рючхан. Хватает за волосы и довольно грубо тянет за них. Она кричит, что девушка их позорит. Рючхан ругает девушку за то, что та посмела вернуться. Тюркан умоляет отпустить ее, но Рючхан беспощадна. И складывается ощущение, будто она хочет действительно вырвать девушке тот огромный клок, в который вцепилась. Сомер окончательно сходит с ума по Тюркан и решает ее украсть. Он вылавливает ее ночью на улице. Девушка просит отпустить ее, но он непреклонен. Он уже принял решение и не намерен что-то менять. Он говорит Тюркан, что они уезжают. Не дав ей возможности убежать, он забрасывает девушку на плечо и тащит ее в машину. Она пытается звать на помощь, но никто ее не слышит. В машине Тюркан снова просит отпустить ее. Она пытается добиться ответа на свои вопросы. Хочет узнать, куда Сомер собирается ее увезти. В ответ она получает слова о том, что ее отвезут в место, которому она принадлежит. На лице Тюркан искреннее удивление. Премьера 59-й серии турецкого сериала «Три сестры» состоится 24 октября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.